Православные верующие отмечают сегодня день Казанской иконы Божьей Матери, и мы не могли пройти мимо этого праздника. Рассказать об этой иконе мы попросили клирика Свято-Симеоновского кафедрального собора иерея Владимира Нетесова. Доброе утро, отец Владимир. Доброе утро. Доброе утро. Казанская икона Божьей Матери имеет почти судьбоносное значение для России. А вот можете рассказать ее историю, как она появилась? Ну, Казанская икона Божьей Матери, как и многие иконы православной Руси, она появилась чудесным образом в городе Казани. Это произошло через четверть века после освобождения царем Иоанном Грозным российского государства от нашествия татаро-монгольского ига. Вот. А как она конкретно появилась? История обретения этой иконы очень интересная. Значит, в Казани произошел очень большой пожар. И сгорел дом, значит, одного из опричников. Вот. И его дочери, Матроне, 10-летней девочке, было видение во сне о том, что, вернее, тут ситуация такая, начали строить, решили отстраивать дома, и перед началом строительства дочери вот этого человека явилась во сне Матерь Божия и сказала, что вот в этом месте нужно найти икону Божьей Матери. Вот, значит, ну, а дочка рассказала маме, мама, конечно, не поверила, но маленький ребенок, что она может знать, да, тем более, вот, о таком, такое чудесное явление, значит, Матерь Божия появилась второй раз, девочка опять рассказала, но мама не поверила, девочка рассказала в третий раз, и тогда уже мама обратилась к властям, но власти тоже не поверили, вот, тогда мама сама решила, значит, взять лопату, вот, и начать копать в этом месте, которое было указано. Но она копала, ничего не могла найти. И когда сама Матронушка взяла эту тоже лопату и начала копать, и она чудесным образом обрела эту икону. Вот. Конечно, тут же был собран весь перечет церковный, был сложен молебен. Вот. И эта икона стала очень почитаемой. Она... Очень много чудес от этой иконы произошло. Вот. И наш, вот, в том числе и царь Петр I, наш государь российский, много чудес и много побед совершил с этой иконой Божьей Матери. То есть этой иконе молились, чтобы освободиться от врагов и о победе, я правильно понимаю? Иконы все они свои чудеса проявляют в тяжелые моменты. Не обязательно, что это может быть там какой-то мор, язва, там, война или что-то еще другое. Да, когда люди усиленно молятся с чистым сердцем, то есть и преклоняются перед чудесным образом иконы Божьей Матери, Матерь Божья слышит все наши молитвы, и она, конечно, приходит в это время на помощь и помогает нашим людям избавиться от таких больших нашествий. И на племенников, или болезни, или мора, или язвы. В общем, а, допустим, вот в бытовых случаях, вот, да, человек пришел, подошел к иконе Казанской Божьей Матери, в основном о чем просит у нее? Просить можно хоть о чем. Все заключается в том, что прошение должно быть от чистого сердца. То есть, и самое главное, что верить в то, что Матерь Божия не оставит своей помощи того человека, который просит. А вот я вот не очень разбираюсь вот в этих церковных делах, да, в молитвах и все такое, и вдруг вот нужна помощь. А как это делается? Это нужно какие-то особенные молитвы читать или вот прям подойти и попросить «хочу того-то, того-то»? От чистого сердца. Надо понимать о том, что не всегда просимое может быть на пользу вам. То есть, понимаете, ведь нам болезни насылаются и скорби для того, чтобы мы могли понять, что сила-то Божия, вот она именно в немощи совершается. И когда человек, у человека все есть, ну, ему, скажем, не до Бога и не до икон. То есть он живет, радуется своей жизни. А когда у человека возникают трудности, он начинает задуматься, как же эти трудности преодолеть. И вот когда он начинает думать об этом, ему Матерь Божия или Господь посылает такие мысли о том, что вот неплохо бы тебе было, милый человек, обратиться к Господу или к Матери Божией и попросить ее защиты и помощи. И тогда человек обращается, когда он уже с чистым сердцем, с душой уже молится от всего, ну, от всего сердца, и тогда им Матерь Божия, конечно, приходит к нему на помощь. А вот чтобы помолиться Казанской Божьей Матери, да, иконе Казанской Божьей Матери, это нужно ехать в Казань и только там это сделать или нет, как-то? Нет, конечно нет. То есть списки с икон, это они есть во всех храмах. Ну, я думаю, что нет такого храма, где бы не было самых наших чтимых икон, это Казанская и Владимирская иконы Божьей Матери. Они есть практически во всех храмах. То есть прийти помолиться можно в любой храм.
и Матерь Божия. Ведь Господь нам сказал, где двое или трое собрались во имя, там и я среди них. Поэтому надо знать, что вот эта церковь, люди, которые находятся в церкви молящиеся, и Господь среди них, и Матерь Божия среди них. И мы молимся, и они слышат наши молитвы. Отец Владимир, а мне знаете, вот что интересно? А у всех же наверняка в доме тоже есть иконки, да? Они пусть конечно небольшие, не такие, как в церкви. Но вот, допустим, если человек будет молиться дома у иконы, а его там услышат или все-таки нужно в храм идти? Конечно. Конечно, Матерь Божия услышит. Для этого иконы и созданы, малые, чтобы их можно было хранить дома и молиться перед этими иконами. Но, я еще раз повторюсь, то есть, где больше народу молятся, ну, понимаете, если мы в лесу с вами забудемся и будем кричать «ау-ау», а если нас будет 10 человек, мы крикнем «ау», то нас далеко услышат. Поэтому, когда мы все будем молиться перед иконой вот, соборно, тогда, конечно, наша молитва будет лучше услышано. А есть какие-то правила? Вот мы же говорим сейчас про икону Казанской Божьей Матери. Есть какие-то особенные правила, которым нужно следовать, молясь именно этой иконе? Ну, знаете, я вам что скажу. Вот есть много автомобилей, там Audi, там, да, Mercedes, Benz, там всякие эти, вот, BMW. Правила дорожного движения меняются, если мы едем на одной машине или на другой машине? Ну, судя по всему, нет. Нет, судя по всему, нет, но люди, которые едут на очень дорогих машинах, они считают, что да. Ну, мы будем говорить, что мы все люди одинаковые, то есть как бы не будем выделять там одних такие, других такие. В общем-то, в контексте. То есть мы все должны продать одни и те же правила дорожного движения. Поэтому и все иконы Божьей Матери, то есть неважно, то есть мы будем молиться этой иконе или другой. То есть принцип, там никаких принципов разграничения в молитве нету. То есть мы должны молиться, просто вот наша молитва должна быть искренней. А вот отмечается, получается, вот 21 июля день явления иконы. Да. В эти дни как-то какую-то особенную помощь можно получить? Или, в общем-то, не важно? Ну да, как правило, в день рождения подарки лучше, наверное, да, бывают. И как бы, будем говорить, люди приходят, гости приходят, да, все радуются за вас. То есть я думаю, что и Матерь Божия в это время, когда эта икона явилась, конечно, для нее это тоже праздник, и, наверное, и тем людям, которые искренне пришли помолиться, она окажет свою помощь. Спасибо большое. Вам спасибо. Уважаемые телезрители, в гостях у программы «Наше утро» был иерей Владимир Нетесов, клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора. Ну а прямо сейчас пришло время новостей.